во-первых, мы можем наблюдать все, вот смотреть, как проходит у нас жизнь в школе, кто из учеников, допустим, где-то там на лестнице задержался, и в первую очередь при рассмотрении различных хулиганских действий. То есть где-то ребенок кого-то толкнул, кто-то бросил портфель. Были случаи, был у нас случай кражи, то видеокамера нам помогла вот восстановить личность того, кто был вот как раз в этом занят. На сегодняшний день школы имеют только бюджетом оплаченного одного охранника, и все. Территории школ большие, наружная территория, внутренняя территория, и один человек просто не в состоянии навести, не то что навести порядок, а обеспечить безопасность детям вот везде, и на территории, вокруг школы, внутри школы. Одному человеку это не под силу.